Европейский Центробанк не делает резких движений. Управляющий совет регулятор еврозоны оставил базовую ставку на уровне в 0,05% годовых и не стал менять прогнозы роста экономики и инфляции для региона. По оценкам ЕЦБ, ВВП еврозоны прибавит в этом году 1,5%, и это самый сильный подъем за 4 года. Ведомство Марио Драги считает, что программа количественного смягчения дала плоды. Восстановление экономики идет своим чередом. Именно так, как мы и прогнозировали, заявил на пресс-конференции председатель ЕЦБ. В то же время мы рассчитывали увидеть более сильные цифры. Затяжной период низких процентных ставок вызывает ряд проблем, повышает финансовые риски. Повод ли это для изменения кредитно-денежной политики? Ответ отрицательный. С марта ЕЦБ тратит по 60 миллиардов евро в месяц на стимулирование финансовой системы еврозоны, считая своей главной задачей остановить сползание в дефляцию. Первые результаты налицо. В мае впервые за полгода розничные цены в еврозоне пошли вверх. Программа рассчитана до сентября будущего года, но Драги заявил, что при необходимости регулятор ее продлит.